Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада вас приветствовать на моем канале, как всегда. И сегодня, друзья, у нас с вами очень простой, очень быстрый. Хотите ужин, хотите обед. Мы с вами будем готовить без заморочек. Очень просто и очень-очень вкусно. Многие мои знакомые говорят, мы никогда так не готовим. Да вы что? Друзья мои, немедленно, срочно мы изучаем этот вот, сейчас, значит, вот этот рецепт и так готовим. То есть вам нужно время для каких-то любых других дел, то делайте так, и время у вас будет предостаточно. Что мы делаем? Мы берем вот такой пакет для запекания или рукав для запекания, который вы можете с обеих сторон, значит, закрыть, завязать. Я использую для того, чтобы как бы завязывать, закрывать. То есть ничем не завязываю, а использую вот от хлеба. Ой, где-то у меня здесь хлеб в магазине. Вот такими клипсами, проволочкой заделан край в основном. И я вот их не выбрасываю, всегда использую для того, чтобы заделать край вот у пакета. Так что мы делаем с вами? Все по порядку. Друзья мои, для этого что нам нужно? Здесь вот я накрошила, видите, нашинковала капусту. Вот порезала картофель, почистила. И есть у меня еще одна луковица, одна морковь, которую я сейчас тоже лук пошинкую, морковь на крупную терку. Берем пакет и на дно ложим капусту. Хотите побольше картошки, хотите с одной капустой. Это как вам уже захочется. Хотите вот так, как я сделала. То есть на дно ложим с вами капусту. Слой капусты. То есть делаем слой капусты. Потом сейчас я порежу морковь и лук и положу слой моркови и лука. Итак, лук, морковь я вот тоже сделала слоями. И сейчас вот так ложим сюда картошечку. Тоже слой картошки. Вот так вот и распределим аккуратно. Все. То есть мы ставим всегда обязательно в вот такую вот формочку для запекания. И солим. Солим, как на глаз, как бы, вы уже все хозяйки знают приблизительно, какой у них, на какой объем сколько нужно. Я вот две таких больших щепотки. Потом кладу специи. Вот, это уже тоже на ваш вкус, какие вам специи нравятся. Можете, если вы хотите, я вот люблю слоями. Вы можете все выложить в одну форму и вот так там все перемешать и выложить как есть. Потом у меня вот две ножки куриных. Можно порезать. Можно, я вот хочу приготовить сегодня целыми. Кладу вот так две ножки вот сюда. Вот так вот. Друзья. Вот. Ножки я предварительно все же адыгейской солью засыпала. Они немножко у меня минут 10 постояли. Эти ножки в соли. Ну, в принципе, можете не солить. Тоже здесь страшного ничего не будет. Вот. Может, в любых специях вот это сделать. Это уже как по вашему желанию. Важен сам принцип приготовления. Вот. На сегодняшний момент как бы все вот готово. Закрываем мешок. Вот, и заделаем его вот этой вот проволочкой или завяжите любой веревочкой, какая у вас есть. Обычно вот в пакетах бывает вот такая тонкая полосочка. Ну, я как-то даже не обращаю на них внимания. Если когда они мне выпадают, я вот это такой клипс делаю. Все, как бы у нас готово для запекания. И делаем, друзья, ну, обычно я делаю две дырки. Две дырки небольших. Вот, через которые сюда сейчас я налью водички. Особенно, когда если с капустой, да, то прям буквально грамм 50 налью. Потому что если особенно, когда с капустой, то уже капуста дает сок и будет сочный. Это просто на первый случай, пока еще не дала капуста, лук не дали сок. Все, друзья мои, вы в любое время можете, если вам покажется, что мало, вы хотите посочнее приготовить,
вот этот ужин, то можно любое время в эту дырочку налить. И к тому же эта дырочка, она позволяет туда проходить большой температуре, и мясо хорошо прожаривается. Вместе с тем оно там тоже в определенном вакууме. Так что, друзья, ставим на 250 градусов минут на 10. А потом уже через 10-12 минут, можно 15, переключайте на 200 градусов. И можете, как говорится, забыть минут на 15-20, только потом проверьте, что у вас там с жидкостью. Как у вас, что там, может быть, вам нужно будет еще туда добавить немножко водички, если у вас сильно будет, вы увидите, что жидкость испарилась. Вот таким вот образом. Но если вдруг вам куда-то нужно отлучиться или куда-то отойти, или у вас какие-то дела, вдруг вам кто-то пришел в гости, и вам нужно делить гостям время, то вы можете поставить на 60, на 160, на 180 градусов и просто забыть об этом на полчаса уже 100%. Даже минут на 35, на 40. Потому что это у вас будет очень медленно все томиться, друзья. Так что я ставлю сейчас, и постепенно мы с вами будем смотреть, как у нас все это приготовится. Потому что промежуточный вариант я не буду показывать. Главное, что все равно вы должны посмотреть через 15-20 минут, как у вас что готовится. И посмотрим результат. Итак, друзья, прошло 45 минут. Наша курочка готова. Видите, вот она упрела. Сейчас мы ее раскроем. Я вам покажу вот в эти разрезики. Вот видите, она горячая еще. Вот видите, как она подрумянилась, поджарилась. Идет пар. Вот, прям мясо очень мягкое. Ой, вот так вот не дает снимать. Так вот я раскрыла пакет. Смотрите, видите? Мясо очень мягкое. Вот оно уже прям отделяется от косточки. Видите, вот все. За 45 минут все прекрасно. Это домашняя курочка, заметьте, что она очень такая, мясо у нее оно жестковатое. Это оно очень-очень мягкое. Уже отделяется практически от косточки. Все, картошечка, все готово, все очень вкусно, ароматно, всю кухню, друзья. Я думаю, вам понравился мой вот такой рецепт без заморочек. Вот, я предлагаю вам готовить. Вот в рукаве можно сделать все. Это можно сделать с рисом, это можно сделать с гречкой, можно сделать просто одну капусту, можно с овощами, и помидор сюда положить, и баклажаны сделать. В общем, то есть вариантов великое множество. На что ваша фантазия, так сказать, способна и на что она работает. Можете пробовать, делать, и, друзья, все у вас получится. Я вам предлагаю воспользоваться таким вот вариантом. Очень таким вариантом я, как уже говорила, я пользуюсь особенно летом. То есть прихожу, закладываю все и иду в сад-огород делать свои дела. Очень мне нравится. Также при больших объемах заготовок домашних тоже этот вариант очень-очень подходит. Так что, друзья мои, всего вам доброго и до будущих встреч!